В результате ДТП на Чукотке погибли два человека. Трагедия произошла накануне в северном направлении на лагуне села Инчоун. Предварительно установлено, что 25-летний местный житель, управляя снегоходом, попытался проехать под мостом и не рассчитал расстояние. В итоге снегоход врезался в конструкцию. Водитель и 31-летний пассажир получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Стоит отметить, что снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел права на его управление. Кроме того, водитель ранее привлекался к административной ответственности, а в январе и феврале ему выносили предостережение о недопустимости нарушения безопасности дорожного движения.